Отдел ГИБДД сообщает, на этой неделе будет работать телефонная линия. Автовладельцы смогут задать вопросы, которые касаются работы отделения розыска и дознания отдела ГИБДД МВД России по Северодвинску. Уточнить информацию по регистрации транспортных средств, а также задать вопросы по розыску автомобилей и водителей, скрывшихся с места ДТП, можно 25 и 26 октября с 10 до 12 часов по телефону 550336. На вопросы ответит старший инспектор розыска отдела ГИБДД Грищенков Валерий Васильевич.